Дымлю и идем. Все, пошли. Так, там в морозилке. Ага. Tower. Knock on Black Bear. Жив лишь один противник. Мне страшно. Трэп. Да, 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 я убил. Это... Ага, все, все. Ой, кью убил. Да, идет ко мне. Где? Надо пушить. Надо пушить, давай. Я жопу смотрю. Я тоже пойду. Там еще рук слева. Убил. Последний клатч попал. Нет, ее убили. Блять, не, вот она. Вот. А, нет. Может быть, там у кого-то все-таки еще осталось сознание среди издателей. Что ты? Я ехал, а чувак, этот смот был с дробовиком, и он убил своего. Один на точке. Сейчас я разломаю эту херню. А ты нормально, мама. Так просто убил. Дебил, блин, у него, смотри, у него, я хочу себе такую шляпу на. Охеренный пакет. Офигенный пакет. Боже мой, он тут слишком прекрасен. Как его купить? Со мной иди. Окей. Где он? Справа был? Он на лестнице был сверху. Окей. Не факт, что он там же все еще. А, он все еще там, да. I dare you! Есть! Попал в него. Блин, Валюк меня убил. Там уже на заборке сейчас будут брать. Нет! И наш здесь проблем. Да как так-то? Пиздец. В окно влезло. Термит, что тебе говорят? Че не хотел? Каид покажи, убил Каида. Влетаю. Мне надо влетать тоже. Там кто-то есть, да? Убил. Захожу. Давай.
давай. Захожу и планчу за столом сразу. Блять, не успел. А где он? В коридоре между винтовой и комнатой, где Гилыч. Я может плачу. Быть, на желтую плачу, ушел. Плачу. Жёлтый. Да, на я желтый. Угу, да. Вот. Хорош. Еще Че, посмотри камеру. Так, в туалете чисто ломает дверь. Там, ну, в VIP есть кто-то. В VIP есть кто-то. Не вижу. Там Кали убили. Не, это Кали. Да, там справа. Справа. Он в бильярде. Там стеной кто-то. Тут есть на точке. Да. Бля. Маэстро на точке. Бильярд все еще у меня есть бандит. Убил бандита. А, обхожу. Не пуш. За спиной тебя. Вот сейчас пуш. Хорош. Я шакал. 5. Козлин. Лончик шумиха, ёпту. Потрясающе. Давайте вскроем еще немножко альф-пакетов. Это киберспортивные альф-пакет, который я нафармил, пока там, не знаю, смотрел стримы по осаде. Вот. Но я не теплю надежд на хорошие скины, потому что, ну, если честно, eSports скины в осаде, они все выглядят хреново. Кроме, может быть, тех, которые были в первом Battle Pass. Вот, там были прикольные раскраски, по крайней мере, на Блица. Вот, значит, ладно, давайте откроем, посмотрим. Может быть, что-то хорошее все-таки и попадет. И... Ого, даже с музыкой и эффектиками какие скины. Чармик, класс. Где-то шить фиолетовый. Ой, фиолетовый. Ты. Блин. Ну, ладно, окей, серый. Возможно, это лучше, чем дефолтная. Серо-черный. Но на гридлок, Ну, с другой стороны, у меня на гридлок даже скинов нету вообще. Ну, хоть неплохой капюшон. Хотя у меня с Хэллоуина есть лучше лицо. Нормально. Давай легендарку-то. Нет, ни одной легендарки. И в этих бесплатных 4 пакетах мне выпала копия. Отличная игра. Отличная Ubisoft. Спасибо. Нет, да. Ну, такие себе, короче, были. Не знаю, может быть, там были легендарки, но я не нафармил достаточно. Ну, ладно, да.
Думаю, на этом все.